И всем привет, ребята, с вами я, Артём, и сегодня мы будем играть в игру под названием Майнкрафт. И я до сих пор стримлю, и мы сразу же начинаем следующий ролик. Так. И да, погнали, короче, нам надо сейчас в деревню бежать. И побежали. Ой-ой. Нифига! Это что такое? Я не понял. Металл вижу. Это что такое? Я первый раз такое вижу. Смотрите, кирка уже сама туда убегает, блин. Я хочу туда, ну как, блин, туда спуститься? Ага. Вижу маленький такой, типа, мини-спуск. Короче, ребят, я хочу спуститься в эту пещеру. Мне пофиг, но я спущусь в эту пещеру. Я спущусь в эту пещеру. Я должен в эту пещеру спуститься. Я не буду Артём, если не спущусь в эту пещеру. Только нужно подготовиться хорошенько. И, блин, мне надо спать. Где я? Тут есть дома с кроватью хотя бы? Ты чё? Чё за говно? Вали отсюда. Так, встаем с кровати. Так. И смотрите, что я вижу. Пустыня, видите? Сейчас. Вон там пустыня. Сейчас. Ну и заодно кремния заработал. Сколько? Ага, один штучку всего. Что будет, если я голема ударю? Он выйти не может. Ты чё? Да я тебе помочь хочу выбраться. Ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки. Он что, сейчас так бежать будет за мной, что ли, все время? Ой-ой. Ой-ой. Он до сих пор бежит за мной, да? Да, он до сих пор бежит за мной. И он до сих пор бежит за мной. Ребят, что мне делать?
За мной бежит огромный голем, у меня три сердца. Что делать? Окей, Google, у меня три сердца. За мной бежит голем. Что делать? Чё молчишь? Google не хочет мне помогать. Ну ладно, бежим скорее в дом. Ай-яй-яй. Окей, Гугл, у меня теперь два сердца, за мной бежит голем. Что мне делать? А чё, голем пропал? А, нет, вон он, бежит за мной. Так, я домой. Я надеюсь, он не умеет открывать двери. Мама. Тихо, я пойду разберусь с големом. Курица! Мне нужны ваши перышки. Спасибо. Где этот тупой голем? Капец. Что, сейчас просто, как ни в чем не бывало, пойдет. Эх, фух, я уже думала, он за мной побежит. Что открывается? Так, тихо, он обратно бежит за мной. Отлично. Что делает это? Так, ладно, ребят. Надо делать перо. Ой, ну, стрелы. Что ты застрял, маленький ты голем? Побежали. Надеюсь, он не может ломать дома или стены. Что ты, маленький, привет? Что ты плачешь или нет? Тихо, я знаю, как заработать.
Тихо, меч. Тихо. Вот, кажется, теперь я могу тебя убить. Да. Это было, ребята, тяжело. Но я справился. И сколько я уже стримлю? Ага. А сколько идет видео? Ага. Ну я не хочу. Давайте мы, ребята, я не хочу долго видео сегодня делать. Давайте мы на этом закончим, ребят. Я победил голема, получил сколько? Два железа или сколько? Ну да, два железа или три. И давайте мы это закончим. Всем спасибо. Фу, язык заплетается. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.